Из музея в США украли работу Пабло Пикассо. Похищение произошло посреди бела дня. Двери галереи были открыты, а смотритель в этот момент находился на втором этаже. Камер в галерее не было, поэтому похитителя никто не видел. В штате Висконсин, США, из художественной галереи похитили графическую работу известного художника Пабло Пикассо. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает ТСН. Эксперты оценивают стоимость работы в 50 тысяч долларов. Отмечают, что похищение произошло посреди бела дня. Двери галереи были открыты, поэтому злоумышленнику удалось беспрепятственно туда попасть. Кражу заметил оценщик галереи, который на момент инцидента находился на другом этаже. Как сообщается в сюжете, камер наблюдения в галерее нет. Поисками украденного произведения искусства будет заниматься полиция и представители других музеев. В течение жизни Пикассо создал лишь 30 подобных графических работ, каждую из которых в углу подписал зеленым карандашом. Напомним, в Великобритании похитители унесли статую Марса вместе с постаментом. Ранее сообщалось, что была найдена статуя 19 века с айфоном в руке. Она изображает девушку с крестом, держащую его, словно смартфон. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.